Беда, которая тронула сердце каждого. 25 марта, пожалуй, самый страшный день в истории Кемерово. Пожар, вспыхнувший в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», для многих разделил жизнь на «до» и «после». В страшном огне погибли, по официальным данным, 64 человека. Из них более 40 – это дети. По всей стране прошли памятные акции. В Щелкове вечером 27 марта на площадь Ленина пришли десятки людей. Они несли цветы и игрушки, зажигали свечи. Столько детей погибло. Мы сделаем все возможное, чтобы не допустить подобного у нас на территории. Но мы не можем не сопереживать вместе с теми родителями, вместе с теми семьями, которые потеряли родных и близких, и в таком количестве. Жители приходили с детьми, многие целыми семьями. На душе непередаваемая боль и скорбь, на глазах слезы. Понимают, такое могло произойти с каждым, и крепче прижимают к себе своих малышей. У меня двое детей, и это, наверное, трагедия всей страны на самом деле. Это не только тех родителей, а родители мы все. Все пришли с детьми, у кого-то по одному, у кого-то по два. Это страшно, страшно на самом деле представить и пережить. У меня вот тоже маленький сын, только буквально недавно тоже были в таком же развлекательном комплексе. И там же прыгали. То есть это может случиться с каждым. Поэтому, и для всех, конечно, стало личной трагедией. Хоть мы и далеко находимся, хотелось как-то поддержать близких, которые остались. Личная трагедия, наверное, для каждого из нас, не только для тех, кто потерял родных, близких своих, но и в целом для нашего народа. Несмотря на то, что Щелково от Кемерово отделяют тысячи километров для сострадания, расстояние значения не имеет, тем более, что мир, как говорится, тесен. Я сама чистокровная кемеровчанка, поэтому я не могла не прийти сюда и не почтить память своих земляков, своих деток, которых очень много, это очень больно. Поэтому мы пришли, конечно, отдали должную память с дочей. У беды нет пола, лица или возраста, как и у горя нет границ. Трагедия в «Зимней вишне» унесла десятки человеческих жизней. Щелково скорбит вместе с Кемерово. По трагически погибшим посетителям злосчастного торгового центра провели поминальную службу. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Скорбим. Конечно, людей не вернешь, деток тоже. Это очень больно. Слов нет больше, спасибо. Дай Бог здоровья. Психологического, наверное, физического родителям погибших детей. Дарья Соснегова, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».